А еврей должен научиться быть евреем не потому, что его ненавидит не еврей, чем вынуждает его быть евреем, но ради позитивных причин, ради иудаизма, ради Торы, ради великих причин. Он выбросил все это. Не надо. Не выбрасывайте. Вернитесь к еврейству, настоящему еврейству. А оно начинается с изучения. Вы не можете быть хорошими евреями, если вы невежественный еврей. Вы не знаете, как быть хорошим евреем. Найдите раввина, настоящего. Я понимаю, это сложно, но они есть. Пойдите в Хаббат, это великое, великое место. Я сам не хаббатник, но они хорошие люди. И что самое главное, они честные люди. Сядьте, начните изучать, сядьте и исследуйте. Чем на протяжении веков жили наши дедушки и бабушки, когда еще не было объединенного еврейского призыва? Что делало их евреями? Изучите это. Это очень интересно.